Сегодня в Тюмени второй день межрегиональной агропромышленной выставки. Участвуют в ней представители 6 субъектов страны, а это более 100 предприятий агрокомплекса и пищевой промышленности. Ну, пока одни представляют свои достижения в областном центре, другие все силы направили на уборочную кампанию. Лучше всех это удалось сделать крупнейшему хозяйству Упоровского района. Инна Михайловская о передовиках сельского хозяйства. Финишная прямая – уборки зерновых. И это последняя полоса с пшеницей в хозяйстве «Нива-Агро». Первый в области финалист. Уборку закончили, а усталости у механизаторов никакой. Можно было еще помолотить. Да. Настроение есть помолотить. А завтра чем будете заниматься? Будем комбайны подготавливать к зимнему хранению. А в отпуск собираетесь? В отпуск зимой после ремонта. Средний урожай на зерновых – 35 с лишним центнеров с гектара. Для сравнения, по области – 25. В «Нива-Агро» говорят, все сезоны идут ровно. Технология отработана. Хоть и лето было по-настоящему сибирским. И дожди, и прохладная погода. Для кукурузы, кстати, в самый раз. Этой культуре осталось убрать совсем ничего. Богатая зеленая масса и початков предостаточно. То, что надо. Кукуруза идет на силос. Это сочный, необходимый для животных корм. Обычно культуру убирают, когда ударят первые морозы. Но здесь в хозяйстве «Нива-Агро» очень большие площади, поэтому начинают, как правило, в сентябре. А кукуруза в этом году действительно удалась. На одном растении как минимум 2 початка, и вот спелость можно видеть. Сразу на поле кукурузу перемалывают, добавляют консервант, а сюда привозят готовую массу, которую нужно утрамбовать, плотно закрыть, оставить на 40 дней до полной готовности. В хозяйстве «Нива-Агро» 4 фермы, где содержат 2500 крупнорогатых. Заготовленной еды хватит на всю зиму и даже останется. А тем временем уборки ждет техническая культура. Рапс останется, основная обработка почвы. Погодка какая не очень хорошая, то есть ему надо солнышко, немножко влажноватый. Как бы мы поубирали, скажем, почти половину убрали, даже побольше, наверное. Урожайный в среднем 15 с небольшим центнером с гектара пока. Ну, я думаю, на той неделе закончим. По области больше половины урожая уже в закромах. Хозяйства одно за другим ставят точку. И не сегодня-завтра тюменские аграрии намолотят 1 000 000 тонн зерна. Инна Михайловская, Дмитрий Бурматов. Тюменское время.